Организация «Азербайджан» искренне поздравит вас с Днем России. 12 июня 1990 году, день принятия Декларации о государственном суверенитете России. 92 года этот праздник называется «День России», один из самых молодых государственных праздников в стране. С принятия этого документа начался отчет новой истории России, как демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона, главный смысл которой — успех, достаток и благополучие граждан. Сейчас День России – праздник свободы, гражданского мира и добра, согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее России. Уважаемые друзья, для азербайджанцев 12 июня – двойной праздник. Сегодня День России и день открытия первых в истории Европейских игр, которые пройдут в столице Азербайджана, Баку. Приятно, что российские спортсмены в составе 300 человек и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин этот светлый день будет отмечать в городе Баку. Позвольте еще раз поздравить вас с праздником, Днем России, и пожелать вам добра, здоровья и благополучия. Спасибо.